Всем привет, привет, солнечная Таля, на проводе, говорит, солнышко сегодня очень мало, у нас дождливая погода, и сегодня, кстати, первая линия видео, видео сегодня заливала, да, говорила у нас, солнце, Карло, mi fate dispetti, mi fate, non mi fate imparare a me, perché la parola dice солнце, а солнечко. Ну так солнечно. Чисто какая эта cosa. Слушаешь, это Карло сказал. Кстати, у меня вот герпес проходит, наверное, будет видно бабочки. Карло сказал, что типа поедет домой и будет делать вид перед своей сестрой, мамой, папой, что типа он умеет разговаривать на... Ну, questo è il riscaldamento. Что он умеет разговаривать на русском. И такой говорит, только ты же мне должна поддакивать, там, даже если по скайпу. И он такой, come parli tu russo per la tua sorella? Che vuol dire? Io mica so parlare russo. No, tu hai detto che io davanti alla mia sorella faccio finta. Sì, sì, andiamo a Sofia. Sofia, dove vai? Sgavarica io, bla, 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 bla. Stavo per dire la parolaccia. Stavo per dire la parolaccia. Проглотил. Прима коза, ке симпара нелле лингве, сэмпле паролаччо. Говорит, самое первое, что ну, учишься в иностранных языках, это, конечно, матюки. Ну, не знаю. На Карло, товарищем по душку. София, прошна, давай, не наглядь, не я, солнышко моё. Мыть руки, солнышко. Да? Che fa? Mi riprende ancora? Non sei imbarazzato? Si sniazza. Fai un russo. Говорит, краснеет сейчас начнет. Едем мы сейчас за Лину. Видите, у нас дождик. Едем мы сейчас за Лину. Ой, машина трясет. Дорога какая плохая. Вот здесь, кстати, кладбище. А мы его проехали, да. А нет, вот оно, вот это вот кладбище. Это же кладбище, да? Чемитер. А, чемитер. Мудяный, да? Кладбище. Вот оно, видите, открытое. Кладбище. Эта дорога идет на Виареджо, кстати. Ну, я Виареджо люблю, обожаю, но я там так редко бываю, вообще, просто, вообще. Просто вообще. È sempre sabato, quando anche di lunedì sera. È sempre sabato sera, quando non si lavora. È sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Un'astronave spaziale senza pilota che punta verso galassie a cercare vita, come dei sabati sera in provincia che sembra tutto finito poi ricomincia. Sabato, anche di lunedì sera è sempre sabato sera, quando non si lavora è sempre sabato. Мне очень нравится Джованотти, особенно их самый первый Questo si chiama Torre del Lago Puccini, che sarebbe, fa parte del comune di Viareggio. Ah. Dopo Torre del Lago c'è Viareggio. E qui c'è un lungomare famoso dove tutte le sabati sera, tutte le discoteche locali erano molto scuole. Ah, questo è un такое место, come si chiama? Ну, популярное, где дискотеки около, sì, sì, qui, около реки, sera. Озеро. Кстати, так интересно, когда в Украину приехала, так идешь по городу, забываешься, даже забываешь, что люди тебя понимают, о чем ты говоришь. Вообще я разговариваю, между прочим, очень громко. Мне даже сестра говорит, Марина, что ты кричишь? Я говорю, я не кричу, я так разговариваю. Гонор такой, вот сама такая подача разговора. Як на базаре, девочки. Вот, и это самое. Так интересно, идешь по городу, и все понимают, о чем ты говоришь. Все понимают вообще твои эмоции. Так я еще так в первые дни думаю, господи, это же все же понимают. Деревья, кстати, вон поподрезали. А, си, ласо, ласо, Карло. Qui della parte a destra sarà. Sì, sì, ласо, ласо, ласо. Sono stata. Стата, стата, си, си. Cosa fa l'estate? Дела, ci sono discoteche, bar.
Си-си. Здесь говорю о Карл Лагерфельде. Сейчас я тебе покажу самые популярные дискотеки. Там, дискотеки, бары, типа такого. Я говорю, а все, я вспомнила. Я говорю, вот по правой стороне, я говорю, будут. Она говорит, а что ты там видела? Я говорю, ну что там, дискотеки, вот бар, кафешки. Молодежь там собирается. С кем ты там была? Я говорю, потом расскажу. С кем? Ни с кем. Con Babbo Natale sono stata. Chi sei venuto? Con Max. Con chi sei venuto? Tanti anni fa. 11 anni fa. Говорит, с кем ты была? Я говорю, с Максом. Говорит, сколько времени назад? Я говорю, 11 лет назад. Максим что было до факта? Он не ищет, не факт. Говорит, а что там Максиму делал? Говорит, он никуда не выходит, не танцует. Я говорю, раньше танцевал. Prima faceva ballava. Sì? Ага. Aveva ballato? No, ага, да, с трудом верится. Говорит, что серьезно? Да, Карл. Una volta pure io andavo a ballare, ma ormai. Кстати, я когда это Карла говорит, что когда я был молодой, я тоже ходил танцевать. Сейчас уже все говорит дома. А, кстати, кто-то спрашивала под видео, что там Макс и как нормально все. Даже вот когда я уезжала, Карла с детьми ездил к нему, они там с ночевкой оставались, взяли грилья. Вот. Ну, как бы поддержал в том плане, что помог присмотреть за детьми, провести субботу, воскресенье в кругу детей. Ну, вот, что все так, кстати, переживали, вот многие, многие там, вот мама, папа, мы, смотрите, как красиво мандаринки на этом самом, на дереве. Переживали, как Карло справился, не справился. Отлично, а, Карло? Тут тебе надо мандата. О, come ce l'ha fatta a fare con due figlioli, con lavoro. Ed это benissimo. А io, ma... Ma io ho vissuto sempre da solo, non è che... Vabbè, ma con due bambini, portare una a scuola. E cosa? Ma sono bravi. Говорит, они, я говорю, ну как, он говорит, я всю жизнь как бы, ну привык один. Я говорю, ну так а с детьми, одну в школу, одну туда. Нет, они, говорят, хорошие, ну типа брави, воспитанные. Меня слушают. Все, что я говорю, прошу, они все время ну, исполняют, делают. Ну, у них хорошие отношения. Не знаю, вот как так можно, в принципе, иногда бывает, почитаешь комментарий. Но его, конечно, не стираешь, потому что ну, ты понимаешь, что человек, ему надо как бы высказаться. О, Линуля. Вот. Но тем не менее, как напишут иногда, как можно сомневаться в Карла. Ну. А вон там вот этот самый, да? А? Мары. Вы трансвестит. Мары. Да, трансвестит. А, да, точно, там этот самый трансвестит. Фафентрали. Карла, там? Трансвестит или травестит? Травестит. Трансвестит, он видит. Да, о, Ленина, подожди. Чао. Вот он, Ленина. Я пришел прендер Линуцу. Лина забрала. Это миссия секрета. Все засекречено у нас. Откуда, зачем? Да, но не кашли. Ну, вот здесь вот в этом городе, видите, открытые эти самые площадки есть. Здесь, когда после дискотек, вот завтракают молодежь. Все, да, кафе, ага, пиццерии, пабы. А вот там, Карла, море, да? Ну, вот, само море. Ой, это будет плохо видно. Да, здесь много молодежи вообще. А ну все мастати какие там? Да, мы тут были с Карлосом тоже. Драгаты, да? А геи здесь, да? Геи, лесбиян. Да, здесь говорит много и геев, и лесбиянок, и трансвеститов. Женщины, которые кажутся, что мужчины, мужчины кажутся, что женщины. Ма давай, ну а ну тут и Карло, да? Мама, мне макет тут Италия. Тут регионы плавают, ну сиси. А мы просто на это. Ну, Карло, тут она. Давверо, я понял. Да, да, чья кольцо дичь на диски. Ну, ну, ну. Даже название говорит этих самых помещений так называется, как провокационно. Дон Кишот. А что, 20 евро интрата? А вино опало. На втором этаже столики. Ну, мол, не кисто, мол. А, смотрите, что-то сгорела дискотека. А куда она бручата? До кванда, но на бема. Продают на ее, видишь, написано даже продают. Это говорит, мама мия. Место, землю продают, Карло, терра вендана.
Ma perché non abbiamo sentito che... Vulcano, ci sono chiesa e l'Upriscilla, cosa è? Ah, tu già polopostoi. E qui, già guarda, vuoto, Carlo. Magari per l'estate, poi... Ho chiesto, mamma mia, chiesto, mamma mia. Ah, no, так видишь, perché sennò per mamma mia c'è... C'è la balconata sopra, si chiesto, mamma mia. Se no qualcuno sul Facebook scriveva, Carlo, che è stata bruciata la mamma mia. No, sì, ma come hanno fatto a debruciare? Тоже здесь забросили. А, не, работает. Но aperto magari. Aperto e secco e fatto. Aperto? Ah, sì, sì. In condizioni che... Ah, strano tocco. La sera vi ribelle, ma la mattina si va a vedere. No, ma questo è tutto all'aria. Magari li stanno rifacendo. Questo lo devono rifare tutto. Да. Да, да, заброшено, Лина, guarda, тут так юза дела. Non scritto nulla qua. Короче, вот это вот помещение, куда ходят, видите, я же говорила, что все помещения дискотечные, они находятся за городом. Боже мой. Questo, mamma mia, vedi, for gay and lesbian e tutti gli amici. Every day, 00. Перепутали, короче, наговорили всего. Ну, написано, что это для геев, лесбиянок и их друзей. Капец. Invece l'ultimo abbiamo il Boca Chica. Улочка какая красивая, насадили уже это анюткины глазки, обожаю. Кстати, у меня там один цветочек с того года семенов взросло, проросло, которое мне еще Света привозила. Светочка, тебе привет с России. Света привозила тоже семена, я садила, было видео на канале с анюткими глазками, и в этом году тоже одно проросло. Надо или засеять, или запосадить. Еще как-то я не определила, что делать с этими цветами. Лин? О. Как?